Корреспонденты Бийского рабочего сообщают о волне вандализма. Жители города неприятно удивил вид Петровского бульвара. Краска из баллончиков, хулиганы расписали столбы фонарей, лавочки и даже новую брусчатку. Кто виноват, устанавливают правоохранители. На страницах соцсетей уже окрестили этот поступок приветом из Барнаула, где по совпадению в тот же день неизвестные повредили кашпо и лавочки на аллее около Дворца культуры в поселке Южный. Жители Алтайского края стали чаще признавать себя банкротами, пишет КП на Алтае. В первой половине года уже 249 человек и 87 организаций получили документальное подтверждение. И это существенно больше, чем за такой же период 2017 года. Картина не самая плохая, отмечают аналитики. Среди городов Сибири Алтай на четвертом месте. Хуже показатели у Красноярского края, а также Омской и Новосибирской областей. Барнаульская кошка за миллион родила троих котят, сообщает АИФ на Алтае. Всего в мире кошек породы каракет насчитывается около 25. Они появились на свет путем скрещивания дикого каракала и простой сибирской кошки. Жительница Барнаула продала машину, чтобы получить Каталею Дженевру, так зовут кошку. Родившиеся малыши – самцы. Один котенок отправится в Санкт-Петербург, второго отдали семье из США, и третий останется в Алтайском крае. Евгения Доровская, наши новости.